Міжнародний день музею значили у Шклові. Над вечорком для помніка советскому актеру Петру Олейникову уроженцу Шкловщини отбылося літературне читання. Вечерина протягнулася у музеї, где вихованцы дитячої школи мастерство виконували музыку Моцарта. Музейный вечер у районном центре отримався насиченим. Читать вірші каля помніка Петру Олейникову у центрі Шклова довелося под дажджом і парасунами. Да что кино? Народ души не чая. Вірші читали школьники і гімназісти, їх підтримали співами і промовами про земляка актера Петра Олейникова. Это ж актерище белорусское, почему бы и не посмотреть? Все и изучают его, и Голливуды тоже смотрят и изучают его походку. Олейников – это наш, это вот артист, это наша история. А музей – это история, правда? И вот мы начинаем с одного исторического памятника, того, что наши будут не только мы, наши дети будут помнить и знать, кто это такой. Это история, это музей. Программу, присвеченную ведомому советскому актеру, шкловцы представят на музейном форуме, який сёлета отбудется у Могилёве. Меж тем, импреза у райцентра протягнулася у историко-краязнаучым музеі. Для чего ночь музеев? Чтобы привлечь внимание наших горожан к музейной культуре, заинтересовать, зацепить какой-то темой, каким-то событием, и они придут к нам в музей, узнают гораздо больше. Стилизованную под 18-е стагодзе вечерину с музыкой и танцами представили юные навученцы школы мастерства. Яны рассказали шкловской публице историю юного Моцарта. Потому что история рассказывает нам о многом, то, что, ну, может, мы даже не знали и думать не могли. Напевно, это спадчинное. С часов графа Зорича и его знакомитого театра тут любят музыку, балы, бальные строи, жабо и вееры. Может, и не вельми зручно, але надто пригожа. Конечно же, рука устает, но нужно стараться быть такими, как светские дамы. Быть элегантными и красивыми. И для этого нужно вот так вот красиво держать веер. Музыка любимого Моцарта стала саундтреком для ночи музея у Шклове. Потому что эта музыка бессмертная. Вот. И наши дети, может быть, мы им прививаем эту любовь, а они зрителям должны привить. Вечерина у Шкловском музее – это и цікавая экспозиция. И здымки у стилизованном под початок 20-го стагодзя фотосалоне, и военная история этого краю. С историчного Шклова Илона Иванова, Юрий Власцов, «Новини регіон».